Приветик. Я учуял смрад преисподней. Да, это от нее. Ложь. Назови себя. Я Люцифер. Ложь. Да точно говорю. Я Люцифер. Скажи ему, кто я. Ложь. Люцифер убит архангелом Михаилом. Чего? Какой дурдом. Стоять! А то что? Ты меня сокрушишь? По моей команде. Ну, мать. В бой! Он прикалывался? Даже в Чудо-Юдоляндии ангел не рискнет. Ну вы чего? Ты должен быть мертв. Ну, допустим. А тебя из какого спагетти вестерна выперли? Не узнаешь меня? Брат. Михаил. Ты действительно Люцифер. Я это чувствую. Но разве это возможно? Но там альтернативные миры, странствия меж измерениями. Ля-ля. Это она виновата. Я верю, что ты Михаил. Но ты жалкое подобие того, с кем я разделался. А ему ой как плохо. Я убил своего Люцифера. Разорвал на части в небе над Абелином. Но хорошего много не бывает. Ну, давай, почему нет? Больно? Пустяки, дело житейское. И что ты сделаешь? Убьешь меня? Или не убью. Может быть, ты пригодишься.